Сильнейшие спортсменки страны оспаривали в Ленинграде Кубок СССР по спортивной гимнастике среди женщин. Судьба Кубка решилась неожиданно. Первое место поделили две гимнастки. Победительница предыдущих соревнований, ленинградка Тамара Манина, получила высшую оценку. Такое же количество очков завоевала и Полина Астахова из города Сталина. Судейская коллегия нашла выход из положения. Тамаре Маниной, победившей вторично, кубок вручен навсегда. Полина Астахова получит точно такой же кубок. Он будет переходящим.